20 января по благословению митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора на сцене Краснодарской филармонии выступили лучшие хоровые коллективы учащихся музыкальных школ и детских школ искусств Краснодарского края. По традиции в этот день настоятель нашего храма протоиерей Александр поздравляет детей участников концерта с праздником Крещения Господня и окропляет их крещенской водой. Почему праздник называется Богоявление? Потому что Бог открывает нам себя таким, каким Он есть. С праздником, дорогие! С Богоявлением, с Крещением Господним! А теперь той водой, которой мы освятили, мне хотелось бы окропить всех вас –